Exzellenz, die Russen kommen. Gut. Полковник генерального штаба Быков. Быков, ich weiß. Госпожа Быкова. И тот человек, который нам нужен. Мешанников. Так точно, ваше превосходительство. Артраунзим? Абсолютно. С вами будет говорить обер-лейтенант фон Ресс. Фон Ресс! Zu Befehl, Exzellenz. Besprechen Sie die Sache mit dem Russen. Erlangen Sie Pünktlichkeit, deutsche Pünktlichkeit. Zu Befehl. Bitte, kommen Sie mit. Пожалуйста, идите со мной. Раз так раз. Теперь специально о вас, мой любимый Herr Быков. Сгейт! Дела идут. Украина служит прекрасным дополнением к нашей территории. Еще бы, ваш превосходитель. Хлеб, уголь, металлы. Да, но не так гладко, как желает командование. Вот. Этот большой большевик, господин Сталин, увы, пишет правду. Каждый пуд хлеба, каждый кусок металла им, нам, приходится брать с бою. Да, но теперь вам оказывает помощь ясновельможный гетман. Власть ясновельможного не простирается дальше власти германских штыков. Да. Он не популярен в народе. Народ? Хе! Нам нужны пространства. Он такой народ. Имею приказ. Мы установим здесь порядок африканской колонии. Nichts von Bedeutung. Vereinzelte Schüsse. Aha. Also. Deutsche Truppen, Bolschewiken, wieder deutsche Truppen, wieder Bolschewiken. Наш генерал Краснов, опять Bolschewiken. Ворошилов, вот загенанты 5-й украинской армии. Он не должен пройти сюда. Царицын. Царицын. Это первое. Сензи. Так точно. И вот тут. Махно. Мешает вам? Не мешает, а помогает. Как? Он борется против вас? Пусть думает. Это оптический обман. И это ваша вторая задача. Что? Поддержка Махно? Я. Анархизмус поддержит наш порядок. Вот. Вы что-то понимаете в анархизмус, Малибер Биков? Нет, это скорее Вера Николаевна. Это совершенно ее специальность. Товарищ командир, товарищ Пархоменко, положение. Без паники. Есть без паники. Надо позвать Васильева. Анархисты поперед дороги ставят, товарищ командир. Кто? Анархисты? Бронепоезд анархисты, товарищ командир. Хорошо, ждите распоряжения. Есть. Анархисты. Разреши отправиться, парламентер. А? Да какое тут к черту парламентерство? Нам сейчас дорога каждая минута в дороге. Просто надо убрать их. Путь должен быть свободен. Разрешите убрать, товарищ командир. Саша, только не забывай. Мы должны двигаться на колесах, а ты их сметешь с рельсами, с шпалами, я тебя знаю. Путь будет свободен. Договорились? Точка. Точка. Есть. Вот вы какие! Да. Какие такие? Ну, предположим. Вы предатели революции. В нас стреляете. А кадетов и немецких оккупантов, небось, хлебом солью встречаете. Потише, потише, потише. Мы? Да ты знаешь, кто я. Да. Например, я такой. Правильно. Я человек вольный, прошел всю Украину, был в Царицыне, а теперь я гуляю обратно.
Это уже я какой? Пятый поезд меняю. Все в вольную жизнь пробиваюсь. Если хочешь, нас много таких. То, командир, выходи, поговори. Да не бойся, не убью. Я без оружия. Нас на конвульсию не возьмешь, товарищ. Ну? Да. Давай. А все-таки придется вас разоружить. Раз, два, яй! Арестовали, велели паспорт показать. Рекита паспорта нету, гони монету. Мане, хлопцы, он же важный, хлопцы, за него ж контрибуцию можно стребовать, а? Да, миллион и 5 вагонов мануфактуры. Да большевики, брат, не буржуи, контрибуции ж не платят. Ну ладно, лежи, привыкай, скоро ты у нас затвердеешь. Царство тебе небесное. Раз ничего не говорит, контрибуции не платит, вывести его и расстрелять, да поисправнее. Попов, что ли? Нет, начальник. Ты свою агитацию брось, он фельдшер. Ну да, из диакона. И не диакон. Диакон, хлопцы, ей-богу, диакон. На карачках молился, когда из Царицына от Сталина удирали. А разве Сталин Царицын? А ты не радуйся, все равно тебе смерть. Эх, Самара, качай воду, Волга, матушка, река. Эх, комиссаром дать свободу, заливай берега. А боитесь меня, Вася, ты что? Боитесь, говорю. Кто? Вы. Чего там, Вася? Говорит, что мы боимся его. Боитесь? 75 человек, вот, целый бронепоезд, снаряды, пушки, пулеметки. А везете меня одного, да и то связано. Да мне просто совесть назвала. Вася, да боже ты мой, а ну попробуем его хитро. Да, давай. Ну, агитируй нас. На чем мне агитировать? Сами вы понимаете, что вы изменники, трусы. Самим вам на себя стыдно смотреть. Слушай, может, ты соображаешь, что здесь по нас собралась? Да-да, порядочные люди теряют кровь, жизнь, чтобы побороть буржуазию. А вы в такое героическое время заситесь, готовы души продать. Фу, да не желаю с вами разговаривать. Стрелять! Ну! Да кто ты такой, что всю анархию хочет сконфузить? Да. Командир Красной Армии, коммунист Пархоменко. Кто? Пархоменко! Что ж ты брешешь, комиссарская твоя душа? Ты знаешь, кто такой Пархоменко? Не знаешь. Это же из нашего Луганска, знаменитый боец. Ты знаешь, какие про него слухи ходят? И это не знаешь. Так вот, слушай, он в такой натуре кулак держит, что если раз вдарит, никто на ногах не устоит. Да? Да, даже и я. Ну... Путину! Пархоменко. Факт. Смирно! Или... Ты что, психическая? Там же бомбы. Смирно! Открывай запись в Красную Армию. От имени советской власти объявляю амнистию всем заблудившимся, кроме Попов. Бронепоезд уже советский, точка! А молебно мы не служим. Ну, кто подчиняется советской власти? Хлопцы, ну, а? Я подчиняюсь советской власти. Убрать гада! Хлопцы. Ну, как это? Ничего. Как говорят, до свадьбы. Ага, доживет. А как же? В результате мирных переговоров к нам перешел бронепоезд. Ну, как мы его теперь назовем? Буря революции, ого. И вот один из представителей налицо. И много вас таких? А таких много не бывает. Простите, я там должен женщине помочь. Дозвольте, я хотя слегка и ранен, но без страха. Ну, иди, элемент.
Чего это? Элемент. Это моя дочь, учительша. А ты кто? Элемент и только. Ну, это мы посмотрим, кто из нас элемент. Дудка. Ты понимаешь, что это значит? Сталин в Царицыне! Тихо! Сталин в Царицыне! Это безусловно интересный факт! Товарищ Ворошилов, говорят, Сталин в Царицыне. Я персонально верю, но хотелось бы бойцам точно для боевого духа знать, Сталин в Царицыне или нет. Царицыне! Я же это на своей шее испытал. Эту шею давно пора уж свернуть. Хотели, ноги успели. Обежал, наверное. Какой обежал и летел, аж птицы завидуют. Иди. Если я вру, пускай меня пуля накажет. Да как же, товарищ Ворошилов? Это твердо. Всех ребят опросил, все в один голос. Если Сталин в Царицыне, это значит Царицын – сердце нашего фронта. Это значит Царицын – центр боя. Если Сталин в Царицыне, значит Царицына никогда не сдадут. Значит, в Царицыне начнется разгром врага. Сталин и победа идут рядом. И нам, луганчанам, выпала высокая честь воевать под руководством товарища Сталина. Ну, за работу. Товарищ погрузку, ребята, товарищ. Нужно пробиться в Царицын. Я тебя никогда не просил. Но сегодня и прошу, и поручаю. Пробьюсь. Пусть летят и кружат пожелтевшие листья березы. И одна я грущу. Здравствуйте, Матвей Александрович. Приходи и меня пожалей. Ты ушел от меня, и текут мои горькие слезы. Я живу в темноте без живительных солнца лучей. Нет нужды, господа, повторять о стратегической важности Царицына. Казаки донские, разрешите. Благодарю вас. Казаки донские именно в Царицыне соединяются с армией адмирала Колчака, образуя единый фронт. Таким образом... Вечер добрый. Здравствуйте. Садись. Ну, трудное дело. Да, поезд собирал Сталин. Поезд идет на помощь отрядам, пробивающимся к Царицыну. И это надо иметь в виду. Понимаю. Но я знаю железнодорожное дело. Вот я и буду машинистом на том поезде. Поезд не должен дойти до отряда Ворошилова. Поезд надо... Это уж придется, ваше благородие. Вот-вот. Старый сад потемнел под холодною этой луною. Горьких слез осушить ты уже не придешь никогда. Сколько грез и надежд ты разрушил холодной рукою. Ты ушел от меня, ты ушел от меня навсегда. Арестовали генерала Овцова, отца Веры Николаевны, и вообще всех, Алексеева сыновьям и Коврова, на подозрение все военспецы Северо-Кавказского штаба. Вы наносите жалкие, трусливые укусы. Неужели вы не понимаете, что надо действовать? Да, приезд Сталина значительно осложнил обстановку. Однако ты увидишь наши действия. Для полного порядка прошу прекратить эту канитель.
поднять руки и советы зря не сопротивляться. Давай, давай, давай. Барнацкий. Слушаюсь. Завтра же проберетесь к дончакам. И лично будете руководить сокрушительным обстрелом моста и армии Ворошилова. Слушаюсь. Генералу Краснову скажете, что с планами немецкого командования знаком, что жив-здоров и бороться буду еще долго. До его прихода во всяком случае. Слушаюсь. Сиди, сиди, служивый. Что, большевики ранили? Не другие, ваш скажут. А, ну-ну. Закурить нема, станишники! Нет не закурить, станишники! А? Закурить нема, станишники! А? Покурить нету, спрашивай. Можно. Фронта снаряды везете. Ага. Это чего ж? Баб своих снарядами пугать будет? Нет, не баб. Вон по ту сторону Дона рабочие луганцы стоят. Понимаешь, захватили поезда, нагрузили мануфактуры до золота, теперь текает в Россию. Вольно им нужно твое золото. Они твое добро защищают. От кого? От немцев. Атаманы твои под немецкую руку уходят. Дон к немцам присоединяй. Вот где будет твое добро. И твои пашни, дядя. Ну ты свою пропаганду брось, но... Семьдесят человек конвою, Александр Ильич. Да, а снарядов не меньше тысячи. Многовато. Если из тысячи 100 попадет в наш мост. И десятком развалит. То-то я говорю. Фланга, Александр Яковлевич. Фланга? А что? Александр Яковлевич, не могу я на так согласиться. Товарищ Ворошилов приказал помочь тебе пробраться через Кадетский фронт. Вот и все. Ну да, трусишь. Но ты. Валы у них хорошие, Терентий. Тебе бы сильно сгодились. Валы хорошие, ничего не скажу. Только меня командировали не валов добывать. А что, если вправду? С фланга. Будь здоров, Максим. Товарищ командир, подите-ка сюда. Вы смотрите, какую он себе пощаду вымаливает. Ну, какую? Он говорит, что какая-то подлюга устроилась машинистом и хочет пустить под откос поезд. Какой поезд? Да тот, который товарищ Сталин к нам навстречу посылает. Врешь! Это правда, клянусь честью. Когда поезд отходит? 4 утра. 4. 4. Успеем. Офицеры коней пробуют. Взяла. А кто поручил, того уж в городе нет. Ух ты, белая шкура! Ой, ну-ка, пошли, пошли. Пошли, ты вначале узнай. В чем тут дело у вас?
Да вот выскочил на перрон какой-то беляк, схватил машиниста и теперь орет, что машинист тоже вроде беляк. Вот и разберись. Вы кто такой? А вы кто? Да. Вопрос по существу. Разрешите обоих забрать, товарищ Сталин? Здравствуйте, товарищ народный комиссар. Здравствуйте. Кто же вы такой? Я Пархоменко. От армии Ворошилова перешел в кадетский фронт. Здравствуйте, товарищ Пархоменко. Обратите внимание, товарищ Пархоменко, на расположение наших войск и войск противника. Противник выходит на Волгу справа и пробирается к ней слева. Значит, Царицын может оказаться отрезанным от Центральной России. Вы это хотели сказать? Знаете, товарищ Пархоменко, есть одно очень короткое и хорошее объяснение победы. Победа – это удачный выход из затруднительного положения. Понимаю. Я думаю, мы обойдемся без помощи. С той живой силой, которая у нас есть, отгоним врага. Но вот в чем беда. Снарядов и патронов мало. Верно. Стало быть, нам надо достать снаряды. Вот здесь. Здесь склады снарядов белых армий. Я понимаю. И... Вы снова наденете мундир с погонами, перейдете фронт и привезете один вагон снарядов. Да? Да, это мало. Стало быть, надо ехать в противоположную сторону. Сюда. В Москву. Да, в Москву. К товарищу Ленину. К Ленину? К товарищу Ленину. Надеюсь, вы поедете не простым передатчиком письма, а как человек, глубоко понимающий все нужды Царицынского фронта, как его особо уполномоченный. Есть. Очень хорошо. Придет от Царицынского уполномоченный, Пархоменко. Не пускай. Скандалить будет? Сообщи коменданту. Понимаю. Быков. Да? Сегодня вечером у трамвайной остановки тебя ждет Махно. Буду. Товарищ командир! Это вы, Быков! Вы перечеркнули работа. Все мое требование! Товарищ, я повторяю! Требование Царицынского фронта! Товарищ! Одну минуту. Дозвольте прикурить. Да, это требование у меня было. Снарядов нет. Нет. И потом мы просим сверх всякой нормы. Какая может быть норма для фронта, спасающего страну? Царицын сейчас это сердце нашей Родины. Понимать надо, Быков. А я считал, что сердце страны Москва. Москва – голова. И все помыслы головы должны быть направлены теперь к сердцу, Быков. Снаряды вам отпущены, больше не можем. Не можем. Вы говорите, Царицынский фронт спасает страну. А по-моему, всякий фронт спасает страну, иначе он не был бы фронт. Снаряды, Быков. Я вам уже объяснил. Снаряды вам отпущены, патроны тоже. Патроны? Стреляйте. Я это предчувствую. Вот так вы относитесь к преданным вам специалистам. Стреляйте! Не волнуйтесь! Вот ваши патроны, которые вы дали Царицынскому фронту. Ну, ясно? Переписывайте. Василь. Да. Проследи за исполнением. Есть, товарищ командир. Так. Ну что ж, так, пожалуй, начнем переписывать нарядец, а? Вот. Как вы со мной разговариваете? А что? Пока хорошо. А? Советская республика осаждена врагом. Всю работу всех учреждений приспособить к войне и перестроить по-военному. Кто не помогает всецело и беззаветно Красной Армии, тот изменник и предатель. Того надо истреблять беспощадно. Создавайте самодисциплину, дисциплину строгую, иначе вы будете лежать под пятой немецкого сапога. Председатель Совета народных комиссаров Ленин. Не опоздал? Нет, нет. Владимир Ильич просил вам передать, что положение Царицына несколько улучшилось. Да. Так что, видите, ваши хлопоты помогли. Ну, положим не мои хлопоты, а московские снаряды. Да, да. Владимир Ильич сейчас в Академии наук. Ну, вы воспользуйтесь случаем, отдохните минуточку. Хорошо. Пожалуйста. А вы не с Украины часом? Что вас не касается?
А як вона на Україні? Що ви питаєте? Хіба не знаєте, що там німці? Знаю. Ну так чого ж ви питаєте? Понімаю. Понімаю. Що ви можете понімати? Що? Жінку вашу вбили. Хату спалили. Дітей покалічили. Чи може так, як я, у свої 70 років на крачках через усі фронти, аж до самісінької Москви проліз? Знаєте, діду, я також з України. Не вірю. Коли був би з України, так воював би за свого Бога, за свою хату, за свою матір воював би. А то поначіпляв на себе цяцьок і радіє, що виріс такий довгий та здоровий. Ходять тут байдики б'ють. Аж противно. Фу. Як твоє прізвище? Пархоменко. Ні, не чули такого. Ну, може, ще почую. Мабуть, як зовсім оглухну. Ну, та чого ви гніваєтесь, дід? Відчепись, я по ділам собі. Товариш Пархоменко, где ваши дети? Уплыли по Волге. А что, есть какие сведения? Вы знаете, по-моему, сведения стоят в комендатуре. Ну. Прием, Владимир. Хлопцы мои, ты мне, Женька! Ваня, ох, вы мои цыганчата! Ну как же вы там, а? А где мамка? Откуда вы? Нас из Самары белой выгнали. Мамка хотела к тебе в Царицын, но тут у нее голова заболела. Ее доктор в больницу забрал. Ну-ну. Ну, а мы пошли. Какие-то дядьки нас поймали, привели. А там сидит такой худой с бородой и спрашивает нас, чьи вы? Ну, вы бы сказали, Пархоменко вы. Мы так и сказали, вот он нас и прислал сюда. Дзержинский. Так точно. Вот и паёк дал, смотри. И паёк дал, ух ты. О, вы курноты. А ну, хлопцы, я сейчас. Мне пора. Поезжайте в больницу. Я сейчас пропустил к Владимиру Ильичу тех украинских селян. Надеюсь, вы не возражаете. Правильно. Вот. Ну, а после больницы вас Владимир Ильич примет обязательно. Есть. Спасибо. Пожалуйста. Хлопцы, а ну, поехали к мамке. Ага, в больницу. На автомобиле поедем. На автомобиле поедем. Сейчас, сынок, сейчас, иди. Что вы здесь делаете, гражданин? Еще без халата. Пархоменко, Харитина, такой у вас нету? А какая из тебя? Просто вот такого. Лицо смуглое, брови черные, широкие. Украинка. Платье. Платье? Должно быть синее, в белых цветочках. Ботинки высокие, на этих вот, на шнурках этих. Серый. Серый. Вы нынче поутру похоронили. Где же мама? Сегодня нельзя с ней. Ну, я думаю, маму повезли. Человек вернулся с фронта. Пришел к жене. Она умерла. Саша! Саша! Тина! Тина! Вам, конечно, известно, гражданин Махно, что немцы скоро покинут Украину. А уборка урожая приближается. Понимаете? Нельзя допустить, чтобы большевики овладели украинской деревней. Да. Необходимо, чтобы мужик, украинский мужик, воткнул бы им нож в спину. И вы хотите поручить мне передать им этот нож? Да.
Да, я вас знакомил и забыл представить. Это известный журналист, писатель, тоже анархист. Угу. Он, знаете ли, собирается написать вашу биографию. Да. Я хочу построить первое в мире государство анархистов. Мы тоже ставим на вас большую ставку. Только не знаете, удастся ли сорвать банк. То есть? Как так? Вы хотите получить армию, а денег даете на батальон. Голубчик, да вы через месяц на Украине собственные деньги будете печатать. Ну, это наше дело. Оружие... Вы даете нам 30 тысяч снарядов, да? Да. А мне нужно 70. Нестор Иванович, должны же мы хоть сколько-нибудь давать советским фронтам. А зачем? Действительно. А вы не давайте. Скажите, заводы стоят, угля... Быков. Только что позвонили по телефону. Ты, Быков, снят с работы. Чепуха. Я назначен Троцким. Тоже мог снять. Ленин. Ничего не понимаю. Ты что? Да, по его личному распоряжению. Неужели Пархоменко постарался? Думаю, он. На Украину на немцы идут. Ну да ладно, еще и меня узнают. Привело с плугом, снарядами пашет землю. Я говорю, что умирает с ураганным огнем. Прикажи отступать. Не бойтесь, говорю я вам, врага. Враг вас боится в 10 раз больше. Хорошо вам тут речи говорить, а попробуйте-ка под снарядами в самом пекле людей удерживать. Отступать надо, товарищ Пархоменко, отступать, а не то смерть. Командир. Ну да, командир. А бойцов бросим? А бойцов все равно пропадать. Пропадать. Ай, ворон! Принять командование! И действовать, как полагается! Есть держаться до последнего! За мной! Come on.
немец идет неисчислимо. Я это уже видел. Называется Гинденбургский марш. Прогнать им нас. Земля наша и не отступим. Дома на нас надеются, верят. Разве мы можем бежать? Это же всех на погибель немецкую бросит. Погоди. А ну, братцы! Русские мы или не русские? Thank you.
мало. Чего лезу? Что у них, кладбищ своих мало, Лиза? Чего? Ну, смотри, когда? Хлопцы, за землю свою хорошую, за нашу Украину не пожалели вы жизни своей отдать. И этого люди вам никогда не забудут. А врагу все равно смерть. Правильно, смерть. И неизбежная гибель от руки нашей. Пить будем без устали до седьмого сердечного пота. Одним словом, хлопцы, жили вы добры. И умерли, как дай Бог мне умереть. Прощайте. Портсигаров золотых шесть. Портсигаров золотых шесть. Нюхательниц 11. Пиши чередняк. Нюхательниц 11. Монет же американских. Долларов, батя. Ты меня чередняк не учи. Я тебя учить буду. Чего смеешься? Я не думал, батька смеется. Нет, смеешься, пес. Смеешься, что я тебя казначеем назначил. Обворуешь? Атаману Григорьеву мое казначейство откроешь. Руби мне сейчас, батька, голову, раз не веришь. Ладно. Иди зови Атамана Григорьева. Махно воевать надо по-новому, Быков. А вы, наверное, специалист старой, окопной, такой солидной войны. И потом, неужели вы действительно такой незаменимый специалист, Быков? К чему этот вопрос? А к тому, что товарищ Ленин уже однажды снимал вас с работы, и, по-моему, навсегда. Следовательно, вы не подчиняетесь приказу. Приказу я обязан подчиниться, но оставляю за собой право обжаловать. Жаловаться. Перед кем? Приказ подписан главкомом Троцким. Перед своей партией, Быков! Понятно. А мне, очевидно, пока приступить к исполнению своих обязанностей, согласно приказу. Вот именно пока. Здорово, дружище. Здорово, Васька. Здорово. Ну вот и свиделись, а. Что, узнал, кого они против тебя посылают? Город пойдет вручать Пархоменко. Ага. А в головной армии кто? Ворошилов. Угу. Так, так. Какая же твоя поддержка будет, батька? А что, если я с тобой разговариваю, это не поддержка? Что я дух в тебе не поднимаю? Да, но видишь ты ведь. А еще назначу батьку Максюту. Может командовать у тебя Екатеринославским фронтом. Максюта, встань. Видал, какой гренадер, а? Да. Ну, а еще какая помощь будет, батька? Да поудали твоей помощь. Ты же, Григорьев, великий атаман. Ты же, говорят, полагаешь меня под свою команду взять, да? А? Ну, опять об этом. Ну, вот и покажи, как ты командуешь. Начинай. Да? Начинай, начинай. Григорьев выступил. У врага 50 орудий, более 100 пулеметов. И 30 тысяч войска. Ого. 50 орудий, 30 тысяч. Хорошо, вы свободны. Есть. Саша. Ну, что ты скажешь? Бандит силен. Ну, силен, пока ты за него не взялся. Верно. Действовать надо быстро, как Царицын. Одним словом, это уездного императора Григорьева нужно ликвидировать одним махом. Точка. Что точка? У него 50 орудий, более 100 пулеметов, и 30 тысяч войска. А что я тебе могу дать? 600 штыков и один бронепоезд. Что, не богато?
Больше я ничего не могу сделать. Основную силу я должен бросить против Деникина и Махно. Ну ладно. Что ладно? Имею план. Максюту беру за горло без сражения. Враг оружие сдает сам и точка. Опять точка. Меня удивляет, Саша, твоя наивность. Ну какая наивность? Все будет сделано четко, как в цирке. Доверься, покажу. А ну давай, показывай. Есть. Золото, серебро и другие драгоценности, вплоть до столового серебра. Только полагается! Пишите приказ. Приказ номер... Какой номер? Да я думаю, последний, Александр Яковлевич. Правильно, значит, номера не нужно. Ворвавшиеся в городе Катернослав красные части захватили нас врасплох. Сопротивление бесполезно, оружие сдать. Грабеж населения прекратить. В противном случае Красное командование гарантирует расстрел на месте. Начальник штаба Максюты, как фамилия? Как? Аксенов. Аксенов. Подписывайте. Вот ей-богу. Ну, сказано же было стоять, как полагается, когда Пархоменко разговаривает. Да? Максюта едет. Давай Максюту. Давай, встретим. Угу. Максюта всегда с пулеметами едет. Да. Значит, не дурак. Наверное. А это что значит? Ну, палец, ну. Видно, в тюрьме не сидел, тюремным языком не интересовался. Пока на кратке это значит, я один. Ну, хлопцы, айда в ворота. Наблюдайте за мной, когда свистну, бей их по головам. Только ж мою умеете отличить. Есть! Точка. Лови! Это не наш, я такого роста не помню. Стой! Это наш. Ну чего вы, одного человека уничтожаете бомбами, револьверами, пулеметами. Ты что, духовный, что ли? Волос-то сколько. Да батька Максюта. Да командующий войсками анархии. А ты что, душевно больной, что на нас бросаешься? А я тоже командующий войсками, только советскими. Да, вот. Теперь это манта. Но сегодня они тебя побили, завтра ты их. Батька, а ты на меня не сердишься? Чего? Максюта убить. Ну, Максюта новый вырастет. Знаешь, жена погорюет, выйдет за другого. Выйдет за другого, забудет про меня. Жалко только волюшки во широком полюшке, матери-старушки да буланого коня. Их, любо, братцы, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Дай мне 10 000 войск, артиллерию, и мы с тобой завтра всю советскую власть опрокинем. Да-да-да. Придется немного обождать. Советские войска прорвали фронт Деникина. Ворошилов захватил у тебя Александрию. Пархоменко убил Максюту. Сам ты прибежал ко мне спасаться. Так что самое время обождать. Большевики потребуют у тебя мою голову. А зачем им такая пустая голова? Что у них, своих мало? Ну, пойдем, отдохни. Ну? Изменник Григорьев казнен народом. Так. Анархисты будут проводить свою политическую линию.
Наш лозунг – советы без коммунистов и самостоятельные крестьяне на своей земле. Хорошо. Оставьте. Идейная. Да. Это же кричит Григорьев. Напишем, казнен. Ну, пускай покричит. Поезжай спокойно. Поезжай в части. Скажи Быкову, пора. Подрывайте изнутри. Уберите Пархоменко. Большой волк вырос. Ничего, ничего. Меня побили, новых соберу. Я отомщу. Я еще нанесу смертельный удар всему миру. Пущай Махно не думает, пусть что... Пусть взял Григорьев. Изменник Родины. Стараться прикрыть с севера. Я слушаю. Нет, не будет. Нет, друзья, подкрепления. Быков. Надо вступать. Потеря огромная. Справимся. Произошла большая неприятность. Что? Изменил арест. Подлец. Молчать. Страшный прорыв на четвертом участке. Разбито два полка. Много убитых, много раненых. Огнеприпасов на этом участке фронт отчаянно мал. Таким образом, весь фронт в опасности. Все объято артиллерийским огнем и ужасом. Все живое прижалось, притаилось. Пристрелен каждый вершок фронтового участка. Некуда деться, люди зарываются в землю. Поймите, такого огня еще не было. Все начисто метет. Да, понятно. Ну что, ну? Передайте, мы согласны идти на переговоры. Попросите прекратить огонь. Слушаюсь. Слушай, Терентий. Ты сало в свадьбе припрятал? Припрятал. Клади. Куда? Чтобы я деникинских офицеров своим салом кормил? Клади, клади. Ну. Вася, Вася. Слушай сюда, Вася. Тут хитрость нужна. Вот кавалерию, артиллерию, 4-й полк мы перебросим и закроем прорыв. Ну да, а здесь как же? Здесь? Ну сюда они не сунутся. Тут пробовали, знают, тут крепки. Вот бить будут сюда, в самое больное место. Правильно? Правильно. Правильно. Эту переброску может сделать только один человек. Я. Но я нужен тут. Парламентеры. Сделаешь это ты. Есть. И сделать, Вася, нужно тихо, чтобы враги не заметили, и быстро, пока я здесь с офицерами возиться буду. Понятно. И дается тебе на всю операцию 1 час. Соображаю. 60 минут. И пока не будет все сделано... На глаза не появляться. Правильно. Ну, а если не появимся на глаза, помни, город придется сдать. Ясно. Ну, Алюр, 3 креста. Есть. Парламентеры прибыли. А? Приехали? Да. На фронте? Пока затишье. Прекратили огонь до конца переговоров. Ага. Давай, парламентеры. Хлопцы! Ну! Понятно. Один начальник гарнизона и командующий фронтом. Я. Очевидно, устали с дороги. Прошу выпить чай. Его превосходительство, генерал-лейтенант Деникин, командующий... Главнокомандующий. Главнокомандующий. Поручил передать вам, что ваше сопротивление бесполезно. Продолжайте, я вас слушаю.
Вас на фронте развал, восстала бригада. К нам перебежал командир дивизии Орехов. Видите ли, господин полковник, мы создаем социализм. А кто нам не сочувствует, тот или бежит, или изменяет, или, что скорее всего, умирает. Что, солнце мешает? В городе грохот, как будто двигается армия. Эвакуация, господин полковник. Эвакуация. Садитесь, Быков. Я вас слушаю. Господин Ковальевич, мы вас обошли, взяли в кольцо, атаковали. И очень успешно. Да. Обошли, атаковали, но не подавили на свои силы. А мы, не имея пока численного превосходства, попробуем создать искусственное. Каким образом? Сосредоточив все средства на важнейшем участке сражения. Вы упустили этот момент. Это еще неизвестно. Пашки! Бою! Итак, господа, вы настаиваете на том, что мы упустили этот момент. Разрешите тогда напомнить вам пример из истории военного искусства. Неудача союзников при Аустерлице состояла в том, что план их атаки был основан на ложном предположении, будто Наполеон стоит неподвижно на своей позиции. Мало того, они даже думали, что он готовится к отступлению. Союзники и забыли, что французы могут перейти к атаке. Этот факт оспаривается, господин командующий. Оспаривается? Да. Разве? Представьте. Постараюсь доказать, что этот факт не оспорим. Ваше, господин командующий, очень тронуты вашей любезностью, изысканным угощением, чай с сахаром, сало. Сало свиное, чисто хлебное. Мы разговаривали 45 минут и установили за это время, что союзники были неправы при Аустерлице. И выяснилось, что Наполеон был все-таки гений. Но, господин командующий, это не имеет никакого отношения к ответственному поручению, возложенному на нас, главнокомандующим генералом Деникиным. У вас осталось 12 минут. Сопротивление ваше бесполезно. Пора дать ответ. По меткому выражению одного из видных военных деятелей, никакая битва не проиграна, пока от нее не отказался сам полководец. Блестящая мысль. Вот забыл. Вы не помните, господин полковник, кто это сказал? Фош или Клемансо? Клемансо, мы ждем ответа. Да. А может, мы их расстреляем? Ну. Ну, да. Что предлагает мне Деникин? Мы гарантируем вам жизнь и имущество. Жизнь и имущество? Не суетитесь, Быков. А какое же пролетарий имущество? Значит, сдаться, господин полковник? Да, господин командующий. Пишите ответ! Нами руководит могущественная партия большевиков-коммунистов во главе с товарищем Лениным, и мы победим. Ну чего стоите, как истукан? Пишите, сударь. Тобой, Деникин, руководит смерть, и ведет она тебя в могилу. Пишите. Чтоб тебе не было ни памятника, ни холмика, пишите. И чтоб на тебя плевали потомки. Написали? Ну вот, нач гарнизона Александр Пархоменко. Точка! Начинать атаку. Наступаем на Деникин. Есть. Париж. 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 Иван, ты? Глуши. Ага, вали. Правильно. Видал? Ага.
едем на ваш участок. Ну вот, слышите, действие началось. Еще неизвестно, кто начал и чем это кончится. И вообще, все это неправильно. Ну да, правильнее было бы сдаться. Выпеку, может, и примете жизнь от белогвардейцев, а нам она такая позорная не нужна. Товарищ командующий, махновцы сбунтовали полк и вывесили черные знамя. Колоколов. Слушаюсь. Поедете со мной и примите 6-й полк. Там командование слабое. Снимай оружие. А вы делаете карьеру Колоколов. Беспрекословно подчиняться ему, это поступиться своим самолетом. Город надо защищать, и Пархоменко прав. Я не понимаю, чего вы беситесь. Кроме того, если на то пошло, я дал слово дворянина, что буду до последней капли крови защищать Россию от иноземцев. Вы не дворянин, вы курица дворянка. От иноземцев и предателей тоже. Читаю, да? И как только вы уберете Пархоменко, поверьте, немедленно назначаетесь командиром полка. Убрать-то можно, а командовать я глоткой слаб. Мне бы казначеем лучше, хозяйка. Помирим. Успех! Читать листовку громко, с выражением, чтобы всем, даже неграмотным, все ясно было. Да тут ни читать, ни слушать нечего. А зачем держишь? Для стыдного дела припас. Ого, она только для этого и годится. А мне говорили, что здесь бунт. Говорили, что вы бунтовали против таких же рабочих и крестьян, как и вы. То есть против отцов и матерей, против жен, детей и братьев своих. Не верю. Вы что? Хотите, чтобы горели наши хаты украинские? Хотите, чтобы голод вас мучил? Хотите горы трупов, смерть старикам своим и голодные стоны замученных ваших детей? Хотите реки крови, море слез? А если хотите, тогда поднимайте знамя анархии. И узнали вы в этом знамени небесского лыха. Немецкого стервятника не узнали, не увидели в нем знамя смерти, знамя Петлюры, Махна, Скоропадского и других положений. Вот за вашими спинами прячется враг, и сейчас, укрывает, целится наганом не в грудь, черная сволочь. Смотрите! Вы что, психически? Мое дело правое! Мое дело прогонит тьму! Около моего дела такие стоят командиры, что не мне чита! Ленин стоит, товарищи! Только. В 6-м полку было 800 винтовок, 30 пулеметов, 4 пушки. Обоз, патроны, люди. Вы их вооружали, готовили, надеялись. А пришел Пархоменко, скомандовал, и весь ваш полк, все ваши 800 человек показали вам свои крепкие мужицкие зады. Да, я один работаю. А вы? А вы, черт вас подери, только сапоги перебывать умеете. Вы опять о Пархоменко. В конце концов, Быков, и вообще, мои дорогие, ну... Что я с ним могу сделать? Вы председатель рефтрибунала и не знаете, что с ним сделать. Ну, а какая за ним подсудность? Никакой. Идите сюда. Ну? Видите?
И что? На чем он в это горячее время будет перебрасываться с одного участка фронта на другой? Естественно, на машине. Так. А если эту машину угнать? Будет он молчать при его темпераменте? Быков хочет сказать, что сегодня к вечеру Пархоменко должен быть в тюрьме. В тюрьме? В какой? В советской. И трибуналом ему будет вынесен смертный приговор. За что? За бандитизм? А вы способный человек. Плохая игра. Выгонят меня отсюда. Меня, голубчик, сам Ленин выгонял кое-откуда. И, как видите, живу. Изворачиваюсь. И даже бью. Зубов! Где вы? Зубов! Входите сюда. Машину Пархоменко знаете? Зеленую? Угу. Так точно. Вы рассчитывали на его темперамент и забыли про мозги. Они у него есть и неплохие. Да. Идет сюда. Мне нельзя с ним встречаться здесь. А я останусь. Мне любопытно на него посмотреть. Что это такое? Как это можно назвать? Отбирают оперативную машину, угрожают оружием, с кулаками бросаются на командующего фронтом. Кто такие? Ваши люди. Почему? Ага. Кому это нужно, чтобы Пархоменко в уличной драке участвовал? Да. Простите, товарищ Пархоменко. Я, собственно... Вот он! Вот он, Пархоменко! Вот кто меня в руки охлестнул! Вот кто меня ранил! Ранил? Вот я тебя, кажется, ранил. Отставить. Не поддаваться провокации. Какая провокация? Может быть, эта раненая рука тоже провокация? Может быть. Безобразие! Вы вред в трибунале! Отобрать оружие! Это еще никому не удавалось. Именем революционного трибунала требую сдать оружие. Что? Товарищ Пархоменко, подчиняйтесь революционной дисциплине. Товарищ Пархоменко, предлагаю сдать оружие именем революционного трибунала. Александр Яковлевич, что ты? Передай Климент Ефремовичу. Не вздумайте кричать, не вздумайте протестовать. Приговоры теперь все равно не отменить. Революция сурова. Если она говорит смертная казнь, она не отступит от своего и накажет изменника. Это правда. Да-да. Так смертная казнь. Да, возможно. Настаивали. Приговор вынесен, но это лишь полдела. Боюсь, что самую важную половину выполнить не удастся. Нужен срочный исполнитель приговора, а его нет и не найти. Выпишите пропуск в тюрьму Зубову. Да? Я, господа, дворянин и никогда палачом не был. Я тоже дворянка, но если бы я не была женщиной, я выполнила бы приговор. Вот вы потому так и говорите, что вы женщина. До свидания, господа. Зубов. Вы пройдете коменданта, он проведет вас прямо в камеру. 4 часа ночи, Пархоменко спит, наверное. Вы можете убить его спящим, если уж так смущаетесь. Впусти, а? Свидание через окно. Камер не дозволено. Впусти. Друзьями. Проститься. Я мигом. Да? Ага. Не подведи. Ну что ты?
Екатерина. А вот. Перед смертью затянуться предлагаешь? Да ты не горюй. Мы еще с тобой такие песни будем петь, что черт зажмурится. А я не горюю. Я пробрался к тебе сказать, что весь гарнизон за тебя, и он не позволит. Чего не позволит? Чего не позволит? А хороший ты меня теряешь. Ну да. Ибо, даже удивительно. Волосами оброс, как зверь, а хороший. Так ведь хороший собака, она всегда лохмат. Дозвольте доложить, товарищ начальник. Свидание приказано кончать. Ты не угнетайся, а? Ничего. Не убейте меня. Вот как эту стену не пробить. Жив буду. А вот так и передай. Жене, сыновьям и всем так скажи. Так что ж, Куропатка, отпускаешь мне Пархоменку или нет? Не могу я его отпустить, товарищ начальник. Ордера нет. Чего ордер? Вот тебе ордер на освобождение. А вот тебе штемпеля, видишь? Товарищ начальник, товарищ начальник. Ну? Став до вас комендантский полк пришел. Зачем? Хотят освободить и только. Люблят, ой, как люблят. 6 пулеметов наставили, не считая шашек и винтовок. Ай да клав, да, ай да орлы парни. Знаете что, товарищ начальник? Выходите. Так я последний раз спрашиваю, открываешь ты мне ворота или нет? Приказа нет. А что касается ваших анархистских действий, хлопцы, готовьтесь к огню. Ирна! Деникин под городом! А вы что ж, улицы полируете? На Деникина вешателя прочь! На фронт живо! Марш! Песню! Песню полевую! Кто он, всенародный боец Пархоменко, это вам, товарищи Сталин, Ворошилов и Будённый, известно. Конечно, он ругает нас часто, поскольку испытал всю тяжесть жизни в капиталистическом обществе. Но та ругань принимается нами как ласка. После того ждешь, что он с тобой кланяться не будет, а он спасает тебе жизнь на фронте, как спасена им жизнь красноармейцам, Ерумчуку, Ивану Овражному, и еще другим свыше сотни, как мы считаем, целесообразных товарищей нашей противобуржуазной армии. Мы возмущены смертным приговором и просим вернуть командира нам и всем трудящимся. Всему подписалось 810 бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии. Ну что же, выходит, народ тебя любит. А вот ты их подвел. Как ты мог, старый подпольщик, большевик, и вдруг попасться на провокацию с машиной? Да клевета, что уголь. Если не обожжет, так замарает. Да брось ты свои пословицы. Я знаю, ты ими как мешок набит. Ты признайся, проворонил, проморгал. Просто неприятно. Да сам знаешь, что неприятно. Прикажете уйти, товарищ командующий? Приказано стоять и слушать. Есть. Ну что ты как пень стоишь? Садись, говорю. Есть.
Да, Саша, много неприятностей ты от меня получаешь. Да и ты, Климент, от меня не меньше. Ты на меня не сердись. Ну, а чего сердиться? В бою побронимся, дома поцелуемся. Ну, вот что, Саша, ты Махно знаешь? Слыхал. Да не слыхал, а знаешь? Ну, знаю. И чем он силен, и чем он слаб? Что молчишь? Жду приказания взять на себя уничтожение Махно. Погоди приказание. Бой с Махно будет лютый. Помни, Саша, зима тяжелая, трудная, суровая зима. Как это поется? Зима лютая, зима грозная. Со снегами идет, да с метелями. И сугробы встают, и ревет пурга. И морозы идут, да с буранами. Здравствуй, мать зима, подымай снега, песни пой в степи над курганами. Могу я церковный порядок поддерживать. Надо мной не только хлопцы, кони ржать будут. Вот. Батя, хоть в спину благослови, а? Нельзя. Ну, зальем огорчение. Чья это свадьба? Нет. А, это есть свадьба заслуженного командира товарища Лавочева. Он дочь свою замуж выдает. Понимаешь, она учительша. Окончила 4 класса гимн. А я, хлопцы, есть товарищ Лавочев. Вы меня знаете? Нет. Ну так добрись отсюда. Ну давай, 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 давай. Давай, смотри, ну давай, давай, давай. Брысь, говорю. О, Тюрен Тисаевич, что же это за свадьба? Ты даже не выпивший. Так я же тебя ждал, Александр. Ну, Василь, поздравляю. О! Да, брат Вася, счастье тебе привалило, дай Боже. Ну и правду сказать, достоин. Ты завоевал его в боях, в лишениях, в нужде. Нам, идущим снизу, помни это, Вася, ничего даром не дается. Нам все завоевывать приходится. Жизнь мы берем с бою. Правильно, пей, Василь. О, пей, Василь, пей. Все равно никто не поверит, что свадьба была и не пили. Пей. Давай, подожди. На село.
правого фланга махновцы наседают. А ну, охраним! Алкоголики! Сильно подшибли, батька? Не, ну. А здорово скачет. Ну да, они ж молодые, мы старики, где их обскакать? Слышь, говорят, он тоже с мужиком. Кто он? Кто он? Пархоменко. Ты думаешь, можно? Да я ничего не думаю, то ты думаешь. Батька к себе зовет. Речь держать будет. Идите и разрушайте все, что строят коммунисты. До голой земли разрушайте и только. А комитетом незаможников, ревкомом, всяческим земельным отделом, комиссаром хлебной продразверстки предписываю немедленную смерть. Еще объявляю так. Надо нам сбить незаможных кровопийц, чтобы вольно жилось Украине. Родной матери нашей Украине и только. Махно, пожалуй, скоро и петлюровский универсал напишет. Тяжко ему. Надо опять коней мобилизовать. Этого нельзя допустить. Мне уж велено и приказ составить. Приказ? Это смерть? На, читай. Колонель Губе? Верный человек. Крупный человек. А как нас примут во Франции? Кого это нас? Ну, нас с тобой, дура. Примут хорошо, если деньги есть. Нет у меня денег. Есть. Нету. В Друзском лесу. Кто сказал? Кто сказал, того уж нет. Кто сказал? Кого нету? Чередника нету? Батька, правда, и чередняк убежали от нас. Собрать всех! Всех сюда! Всех! Всех! Догнать! Догнать чередняка! Живым или мертвым его сюда! Слышишь? Догнать чередняка! Слушай, батька. Покорим, барбос! Спокойно, хлопцы! Быков! Быков, ты поедешь к Пархоменко и выведешь его из Друзского леса. Как так? Ты скажешь ему, Махно сдается. Он стоит возле Юстин городка. Понимаешь? Понимаю. Хотите избавиться от меня, Нестор Иванович? Дура! А еще из генерального штаба избавиться. Что я не могу тебя здесь убить? Кто мне помешает? Кто? Неужели ты трусишь, Быков? И ты хочешь, чтобы я уехал? Война, Быков? Да. Надо его с собой захватить. Ага. Оце нам на руку. Первый и второй эскадроны идут в Юстин городок. Есть. Остальные все остаются в Друзском лесу. Есть. Да, могу сообщить вам рада. Махно дал приказ о мобилизации каждой второй лошади. О, вот это здорово. Вот этого момента я уж давно ждал. Теперь уж обязательно спотыкнется. Чел.
Товарищ Нождив, по вашему слову случилось. Все. Махновские батьки прибежали. Ну вот, спасаются на каждый второй. Ага, глянем на них. Ну-ка. Глянем. Доброго здоровья. Здравствуйте. Быков. Это я его. А, через дня, казначей. Не был я казначеем, гражданин начальник. Был. Не был я казначеем, гражданин начальник. Да был, что ты брешешь, был. Да долго ли я был казначеем? Кому казну бережешь? Себе? Не владеть? Был, был казначеем, все скажу. Что мне пролетариат чужой? О пролетариате молчи, палач. Гражданин начальник, я место знаю, место. Ты оружие все сдал? Все. А это на память оставил? Ты шо? Ах ты ж, боже мой, ты дивы. Погоди, начальник, я сейчас его опись вам составлю. Там под дом сунуть тех, как серебряные, Амичев! А во втором золотые. Где-то? Там. Где? В Друзском лесу. Где мы прибежал, все расскажу. Есть, Ламыч. Поедешь с ним в Друзский лес. Примешь все махновское золото по описи. Есть. Ну-ну. Ну, пошли. Терентий. Если у кулака золото спрятано в лесу, кулак без золота убежит за границу? Никогда, Александр Яковлевич. Даже думаешь, что и не застанет там этого золота? Все равно придет к лесу, Александр Яковлевич. То и я думаю. Валя. Есть. Порубанных, постреленных людей. Люба, братцы, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля. Попала в меня, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. А вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пуля стразила коня. Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Песня. За душу берет. Вот я тебя возьму за душу. Убили чередняка или не убили? Последний раз спрашиваешь. Да убили, батька. А трупы где? Ты гнались красные. Пришлось бросить. Сколько добра накопил. 2 года собирал. Дворец можно построить. И какой-то дворник, мурло чередняк, через меня разбогатеет. Увезет казну, заберет, спрячет. Убили вы его или нет? Да убили же его, убили.
Почему вы медлите? Подошли к лесу, нужно скакать в лес. И немедленно, сейчас. Поймите, что завтра будет поздно. Завтра они заберут золото. Не отдам. Не отдам, Казим. По коням! По коням! Вроде поют. Это ветер. Ветер шумит в лесу. Только бы пройти лес, а за границей жизнь, любовь нет. А кто мне скажет, кому ты служишь? Может, ты в ЧК служишь? Не пойду в лес. Тогда спать пойдем? И спать не пойду. Ох, тяжко мне. Деньги мои там. Колоколов. Да? Махно, наверное, приходил к лесу. И все-таки в лес не вошел. Почему? Вы думаете, он разгадал наш план? Стратег всегда должен думать, что враг умный и в состоянии разгадать план. И поэтому, мне кажется, в плане должен быть такой неожиданный поворот, такой крючок, чтобы никакой умный враг не догадался. И какой же крючок ты придумал, Александр Ильич? Спи, Терентий. Ладно. Я должен выехать из леса. Тогда Махно скажет, ушел Пархоменко, не дождался, не выдержал и бросится Махно в лес за своим золотом. А тут наши. Хорош поворот, правда? А? Не нравится мне этот поворот, Александр Яковлевич. Чего ты там? Так рискованно. Без риска и победы не бывает. Риск это наша профессия, Вася. Спи. Так-то так. Ну. Александр Яковлевич, ну, только два слова. Ну, мой вам совет, не езжайте. Плохой совет, Вася. Вы только никому не говорите. Нехорошее предчувствие. Это ж понимать надо. Да ты никак заранее плачешь, Вася. Да нет. Тогда возьмите меня с собой. Ты уже не ординарий, чтобы за мной ездить, а самостоятельный командир. Это тоже понимать надо. Так-то так, но... Ну, не мешай думать. Тачанки оставался, в снежном поле ровный след. Я с женою расставался 20 раз за 10 лет. Я с женою расставался 20 раз за 10 лет. Прискакал из-под Ростова я домой в родимый край. Но успел сказать 2 слова, только здравствуй да прощай. Но успел сказать 2 слова, только здравствуй, да прощай. Я победу завоюю, осушу твою слезу. Слово здравствуй привезу я, а прощай не привезу. Слово здравствуй привезу я, а прощай не привезу. Решено. На рассвете едем. Наверное, наша разведка, товарищ начальник. Наши колокол. Если сейчас...
сейчас, Александр. Стой, ты! Ты куда? Куда Колоколов? Так разомнусь немного. Хороший офицер Колоколов. Да, верный человек. Что за люди? А вы кто такие будете? А мы оттуда. Откуда оттуда? Вон оттуда. Эй! Засада! Ближе, ближе. Бей коней. Есть. Коней. Есть. Поеду без вас, товарищ Надьгиб. Приказываю. Будешь ее прикрывать. Есть. Скачи, дочка. Зови скорее помощь. Пархоменке жить надо. А если что случится, живи красиво, дочка. Я для этого жизни не пожалел. Лизонька, милая-то моя. Глянь-ка, за подогой поскакала. Скосить. Есть. Видал, окружают. Живьем хотят взять, чтобы выкуп был, а? Патроны есть? Сколько угодно. О. Хлеб, табак делили, а теперь жизнь делим. Бери половину. Я старше, Александр Яковлевич. А я командир, приказываю. Стрелять будем, а? Или? А? Ну, за все спасибо тебе, друг ты мой. И как патроны у них кончились, батька? Надо прорываться. Да-да. Хитрят, берегут. А ну давай. Но, вперед! И ты за мной пришел, Махно, а я за тобой. Конец тебе, черная сила, конец. Руби его! Руби! Пошли! Хлопцы мои дорогие! Руби врага! Очищай от нечисти Украину нашу! Мужчины, спасайся, батько, спасайся! Поперек горло стал луганский ястреб. Батька ранен! Ранен, батька! Пробивайся мне! Гони, гони! Гони, гони! Черт!
Давай, мать ушла!